Тебе удобно так есть? Да? Ужас. Как же вкусно, правда? Ай, как вкусно. Я в шоке. Как вкусно всем телом. Ты хочешь сказать, что ты еще не наелась? А по-моему, ты уже наелась. Все, пошли в комнату. Пошли? Побежали. Побежали в комнату. Побежали в комнату. Давай, пошли. Пошли, пошли, пошли. Жопа маленькая. Что? Что, здесь играться? Нет, здесь играться никто не будет. И есть больше никто не будет. Мы идем в комнату. Да, мяу. Да, мы идем в комнату. Ты бегунья, да? Ты бегунья? Куда побежала? Куда дальше? Смотри, муха. У нас есть муха, смотри, муха. 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 Ну, поднял бы вот это вот, стрясил бы. А то сейчас начнешь, оно будет. Это я сюда поднимаю. Все, отлично. Где? Не видно, он справится. А здесь? Нет. Вот. А? Куда едем? Мы... В мэрию? Миграцион. В мэрию, да. Поехали лучше в мэрию. Да? Там быстрее решат вопрос. Нет. Тихоньку тяни, дергаешь. Я тихонечко. Ты сейчас камера убежит. Ну, ты будешь виноват, если убежит. Ну да, получается. Получается. Ну, я подарил мне и разбивать, да? Да. Мне и жалко. А потом суп с котом, да?
сейчас буду пробиваться в миграционку, да? Пробиваться? Да, именно пробиваться. Пустите меня, мне только спросить. Они ж любят, когда только спросить. Хотя сейчас ажиотаж, нет, уже все, спал. Это в 17-м был ажиотаж, что не пробьешься. А до этого еще хуже было. У нас ты едешь пробиваться, надо было с собой брать биты. У меня есть камера. Это страшнее оружие для людей. Современная бита, я понял. Кто видит, все боятся. И обходят стороной. Да. Занят? А ты ломишься, да? Да. Уже начинаешь ломиться, да? Да. На пролом? Да. Понятно. Мне только спросить. План действий? Спросить. А, ну мне только спросить, а сама да. Типа на полчаса. Ну, как обычно делают. Я нет. Что ж ты так? Теперь больничку. Я глянула, мужчина сидит. Ну откуда я знаю, сидит мужчина. Она с бумажками там. Ну и все. Ну что я буду лезть? А тут оказывается. Короче, на 14 число, на 11 утра. Я походу работаю, но, по-моему, это было все. Работаю, не работаю. У тебя еще графика нет. На 13-го в больницу позвонили, чтобы. Когда они тут уже засорили? Они тут вообще, они тут что-то латают. Не ремонтируют дорогу, а латают. У меня есть 2 недели. Я смотрю, она выходит, свет выключает, такая, все, давай. А я смотрю, она с молоком идет, думаю, странная кура собралась пить. Ну, да. Просто Анетта знает график работы. Ну, я еще зашла, посмотрела до 8. Может, из-за коронавируса у них? Я не знаю, может, у них... Я почему-то постоянно думала, что вторник-четверг у них до 8. А у них получается вторник до 8, а четверг до 6. Ладно. Ну подумаешь, записалась и все. Она бы не убежала далеко. Бежали бы ей вслед. Остановитесь. Запишите. Запишите. Я так хочу гражданство получить. Прям поклонники какие-то. Дайте ваш автограф. Машину надо помыть определенно. Не сегодня, явно. А зачем ждать зеленый свет? Можно же на красный поехать. Правильно. Я же на маршрутке. Такое, да? Угу. Зеленый свет это, ну, для лохов. Ну, у них там в инструкции написано, когда берут водителей на маршрутное такси, там написано зеленый свет для лохов, типа нормальные водилы едут на красный, типа, ну, такое. Бля, он под 70 идет. Там же камера впереди. Или их тоже не касается. Я не знаю, что касается, а что не касается. Видишь, он сбросил скорость перед остановкой. Перед камерой. Где камера? А, вот камера. Он как раз успел. Просто прохаванный уже.
да? Тралика. Ой, нет, это не тралики, это трамваи. Тралики там не ходят. Все, я улетел. Я погоди, у меня велосипедист едет. Постучалась, там сидит пациент. Я говорю, подождать, и она такая, заходи, сразу мне протягивает уже и говорит, поставишь печать. Она же сказала, заедь, забери. На меня так, типа, ты что, пошла? Как всегда. Не любят люди, называется. Видишь, какое дерево красивое? Видел? Видишь, дерево красивое. А ты чего идешь, Маша? А вон дальше дерево желтое. Ну, вон то вот желтое. Ну, да. Ну. У нас уже все посыпалось. Все? Кормить будешь ребенка? Завел ребенка? Да, жвачками. Жвачкой и темой. Чупа-чупсом. Чупа-чуп в сумке. Ну, как раз нормально. Что, ребенок ему больше ничего не ест. Кроме чупа-чупса выжил еще. Да. Да. Все. До дома, до хаты. Да. Все надо варить, есть. Чего ты? Косяк. Куда ты бежишь? А? Ты куда бежишь? Ты чё, засыпаешь? Ты что, не выспалась, да? Лиса, Алиса. Чего? Ты что, есть хочешь? Да? И ты хочешь, да? Или успокой её? Попытки есть. Закончились, да? Mm-hmm. Любитель гречки. Сейчас бы гречки да с мясом, да? А, потягушки. Пошла к тебе, к ногам. Как всегда. А кто будет доедать? Кто будет доедать? Камера не будет доедать. Всю тарелку за пачку. И рука, и руками, нормально? Руками. Лапами. И лапами ест, и носом ест, и щеками ест. О, пошли лапы в ход. Надо надавить, может больше по этот еды будет. Пусть ест. Гречка нынче дорогая. Пусть мучается, русится. А то что, я спрятал... Это же прицел должна ее кормить. С прицелом. Давай лапы по камере. Ага. Как сегодня. Ты меня снимаешь? Ты меня снимаешь?
Все, лапами пошла трястись. Потягушки пошли. Что? Что такое? Хрю. Жаем кушать. Как за палец кусать, так зубами хватает. А как кушать, так только лись. Как на курицу бросаться, так зубами хватает. Ну да, и мясо тоже хватает зубами. А как вот что-то положишь поесть, так только лись. Зубками надо. Лись, назвал лись. Вот тебе и лись. Ну, она, в принципе, неплохо покушала вроде. В общем, я собралась готовить ужин. Накрутила фаршу. Подготовила бульончик. Буду делать суп кошки нашей малой. Отлила бульончика, немножечко курочки. Начала печь блинчики. Да. Вот тут малая еще под ногами крутится где-то. Ну вот она. Да, малая. Очень нормальная наша. Да. Вот. Так что я сейчас буду дальше готовить ужин, жарить котлеты, допекать блинчики, еще сварить суп. И надо будет ложиться отдыхать, потому что на работу. Вот. Да. Я еще думала, что на 10 часов, оказывается, опять же на 9. Ну, в общем, как всегда. Так что будем и закругляться. Да, красавично, Лиса Алиса? Будем и закругляться. Буду я делать ужин, да? Пальцы грызем, да? Грызем пальцы. Нет, не грызем пальцы. Облизываем. Да. У тебя вкусные пальцы. Так у меня пальцы луком воняют. В общем, буду готовить я ужин, буду доделывать все дела, ужинать. Мячимся все с этой малой лисой. Спасибо, что смотрели. Ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока. Да? Лисониш. Пока-пока. Пока-пока.